Привет, друзья! Меня зовут Юлия, мне 22 года. Я студентка Воронежского медицинского университета. Я была хорошей девочкой. В детский садик я не ходила, но всегда, сколько я себя помню, меня пытались развивать, водить в кружки, на танцы, на рисование. И мне все это нравилось, я с удовольствием этим занималась. Но вот глобально я остановилась на танцах восточных и 4 года занималась верховой ездой. Конным спортом. В восточных танцах я добилась, такого потолка, выше которого, скорее всего, мне уже было не прыгнуть в связи с занятостью моей еще с медицинским. В 2018 году я стала чемпионкой мира по Востоку в Москве. И, в принципе, на этом моя карьера на этом закончилась. Как у меня началась осознанная жизнь, я всегда стараюсь жить так и относиться к людям так, как я хочу, чтобы относились ко мне. И, в принципе, по жизни я очень благодарна этому. Мне встречаются хорошие люди, которые всегда мне помогают, и я благодарна этому. Вот, собственно, поэтому я и решила поучаствовать в этом чудесном конкурсе, потому что, как говорят, лучше попробовать, чем не попробовать и потом жалеть. Как Бузова говорит, если кажется, значит не кажется.